во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, в преддверии великого праздника Успения Божией Матери древняя старицкая обитель принимает гостей из многих городов России. Для того, чтобы начать празднество, которое называется «От покаяния к воскресению России». Поздравляю вас всех с наступающим праздником Успения Пресвятой Богородицы, в доме, в котором мы находимся, и участником этого праздника Божьей помощи. Спасибо, Господь. Вообще, я к храму пришла через, как раз-таки через крестный ход. Первый раз меня позвали на неделю крестный ход. Вот мы сходили, я как-то приобщилась ко всему церковному. У нас там восстанавливают храм Иоанна Предтеча. Вот. Восстанавливали, потом тоже заказали колокола у Биткова. Вот. И приглашен был мастер колокольного звона Петровский Владимир Марьянович из Архангельска специально для установки колокольни, а также для обучения звонарей. Нам предложили поучиться. Я, конечно, откликнулась, очень интересно, как бы и колокола — это такой музыкальный инструмент просто, которого не передать словами, как он звучит, как он призывает к молитве, к покаянию, это вообще. Ну, я сейчас студентка, учусь в Пермском музыкальном училище. Музыканты же еще, они по своей натуре импровизаторы, приходится импровизировать. Вот так и связана, так сказать, музыкальная моя деятельность и колокольный звон. Это не работа, это как бы это можно выразиться, в это нужно вкладывать душу, а работа это никак не назовешь, я считаю. Просто-напросто, слово «работа» здесь никак не вписывается, я так считаю. Что-то нечто возвышенное более чем. Но я не знаю, с работой это никак не скажешь. Ведь все служащие церкви, они же приходят не на работу, они же приходят на службу Господу. Так же и я. Все во славу Господу. Служим Господу. Духовная сегодня, я думаю, в каждом сердце из тех людей, кто пришел на этот праздник.
Безусловно, думаю, нет ни одного человека здесь, кто бы не хотел, чтобы наша с вами Родина наконец-то жила нормально. По Божьему устроению. Чтобы Господь смилостивился над землей русской. Преобразить мир. Вот. И призыв. Но призыв-то к чему идет? Призыв идет прежде всего вот к молитве. Звон может вызывать и покаянные чувства, и чувство вот, освобождения. Поэтому звоном можно и радость выразить, нашу вот православную радость, такое вот чувство вот, неуловимой сладко-грустности, вот, которое несет православие. А можно выразить и чувство покаяния, которые они идут через самоограничение. То есть это уже вот тут это узкий путь. По учению церкви для нас, грешных людей, нет никакого развития, нет никакого возрождения и нет воскресения без одного из таинств, без таинства покаяния. Субтитры сделал DimaTorzok.
Молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Золотила храмы летняя заря, распинали хамы батюшку царя. Серая шинелка ростом невысок, на Голгофу горку да заскрипел возок. Перед всей стороною лечь ему костями, с венчанной женою, с малыми детьми, поклонясь иконам, низко до земли, по кремнистым склонам босы побрели. Не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Не нашлось крестьянина Ивана Сусанина из народа целого. И никто спасти не смог, да за него костями не лег. Присягали свято, мнили на века, вам 300 лет, ребята, будто 3 денька. Где была я слава, добрый государь, русская держава, да царский наш стихарь? Кто тебе сложили с клятвой на устах, головы сложили да на 7 фронтах? Кто тебя любили, где теперь они? В придорожной пыли их прокляли, убили, да в мировой войне. Не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Не нашлось крестьянина Ивана Сусанина из народа целого. И никто спасти не смог, да за него костями не лег. Всю ли душу вынуть свора не сыта, реки крови хлынут с царского креста. Позабудут братцы и отца, и мать, будут протрезвляться, да кровью умываться будут вспоминать. Как никто спасти не смог, да за него костями не лег. Надо каяться. Без покаяния мы не оживем. А возрождаться надо. С помощью Божией, по молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Аминь.